белки – это наши воспитанники, которых привезли люди к нам летом. Упало дерево, в дереве были бельчата в гнезде, которых оставила мама после этого. Она их или не нашла, или просто люди забрать успели. Первое время мы сначала их кормили молоком через каждые 2-3 часа из инсулинового шприца. Потом мы уже начали переводить на твердую пищу. Так как у нас на территории огромное количество всяких кормушек, я думаю, что даже если они в первое время у них будут возникать какие-то трудности, они будут находить еду в кормушках. У них как раз время желуди падают, орехи везде, очень много ягод, фруктов диких. Я думаю, что у них все будет хорошо, потому что им сейчас главное найти место, где они будут зимовать. Мы старались просто давать корм. Естественно, как бы они все равно за это время к нам привыкли. Некоторые даже драться начинали с нами, поэтому не знаю, кто в этой ситуации победит, человек или белка. Думаю, что у них все будет нормально, потому что белки у нас резвые, хорошие, сильные.